Пожаловаться на рост тарифов можно по телефону. С сегодняшнего дня в Общественной палате РФ начинает работу горячая линия по приему жалоб на необоснованный рост тарифов ЖКХ. По бесплатному номеру, его вы сейчас видите на своих экранах, можно будет обратиться с вопросами к специалистам в любой день с 9 до 6 часов по московскому времени. С сегодняшнего дня пенсии у работающих пенсионеров станут больше. В августе Пенсионный фонд производит ежегодную корректировку этих выплат. В отличие от индексации трудовых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка при перерасчете носит сугубо индивидуальный характер и зависит от нескольких факторов. Кстати, с 2010 года такая ежегодная корректировка производится в беззаявительном порядке, то есть работающему пенсионеру нет надобности приходить в Пенсионный фонд и писать заявление. Сумма у всех абсолютно разная, у всех абсолютно индивидуальная. Кто-то может получить прибавку в размере 100 рублей, кто-то больше. То есть это все зависит от заработной платы, от количества страховых взносов и в том числе от возраста пенсионера. На беззаявительный перерасчет страховой части имеют право получатели трудовых пенсий по старости и трудовых пенсий по инвалидности, за которых их работодатели производили отчисления и уплату страховых взносов за 2012 год и за первый квартал 2013 года.